Всем здравствуйте, с вами на связи Лени, я приветствую вас на своем канале. Сегодня, да, я хочу сделать такой расклад, который мы с вами посмотрим, да, что вы заслужили, что сеяли, что пожинаете. И смысл этого расклада заключается в том, что часто мы говорим, что вот я, почему мне не дают то, что я, в принципе, так много делаю, да, совершаю какие-то там действия, что-то изучаю и не получаю. И не могу понять, заслужил я это, не заслужил, то есть что происходит. Поэтому сегодня у нас будет вот так вот три вопроса. Я посмотрю на разных колодах, причем хаотично, на каждую позицию выложу по 10 карт. И мы с вами просто будем открывать карты и смотреть. Сначала мы посмотрим, что вы заслужили на самом деле по жизни. Потом мы посмотрим, что вы сеяли. И как следствие, да, причинно-следственная связь, что вы пожинаете. И тогда вы сможете посмотреть и увидеть. То есть из того, что вы сеяли, заслужили ли вы то, что вы хотите или нет. Потому что иногда бывает так, что нам кажется, что мы такие хорошие, пушистые, что мы правильно все делаем, правильно поступаем, а по факту мы получаем не совсем то, что мы хотели. И здесь два варианта. Либо то, что мы хотели, нам это не очень-то и нужно. Вот, и поскольку Вселенная намного разумнее, чем мы, ее дети, то ей виднее то, что нам нужно дать и что нет. И другой вариант – это просто то, что вы не осознаете тех процессов, которые у вас происходят внутри, да, то есть своих каких-то мыслей. Почему? Потому что мы очень редко, если мы не делаем какие-то вот особенные практики, да, чтобы погрузиться в себя, понаблюдать за своими мыслями, да, что мы вообще сеем. Это очень удивительный момент. Это даже не медитация, а это просто наблюдение за собой. Если у вас будет желание, можете просто попробовать. Практика очень простая и одновременно сложная. А простота ее заключается в том, что вам нужно остановиться на какое-то мгновение, сначала расслабиться, то есть подышать, сделать несколько вдохов осознанно и выдохов, вот, а потом просто сидеть и наблюдать где-то в центре своей головы, вот на уровне, наверное, глаз, но вглубь. Есть какое-то такое определенное место, да, в которое вы можете не то чтобы визуально погрузиться, а где-то там вы находите свое сознание, то есть вы там находитесь в этом месте, и вы просто наблюдаете за своими мыслями. Для более таких продвинутых дальше вы можете наблюдать за своими эмоциями, переживаниями в теле. Но интерес в этой практике, он заключается в том, что когда вы наблюдаете за своими мыслями, вы четко видите, что какие мысли проходят у вас в голове. И это уже само по себе дает огромные инсайты о том, что неужели я об этом думаю. А поскольку эти мысли постоянно прокручиваются у вас в голове, скорее всего, даже не то, чтобы они как-то двигаются, да, а они вот как будто бы какие-то вспышки, вспышка, да, проявилась эта мысль, и она исчезла, проявилась, как маячок такой, такая лампочка очень интересная. И когда ты начинаешь наблюдать за своими мыслями, то для меня это было удивлением, то, что неужели я об этом думаю. А поскольку мы это думаем, это наша цель. Неважно, осознанно, неосознанно. А поскольку это наша цель, то и внешний мир является проявлением наших целей. То есть наша цель определяет нашу действительность. И когда мы удивляемся и говорим себе о том, что ну, я же хочу вот этого, да, почему я получаю что-то другое? Вот как раз-таки наблюдение за своими мыслями, оно вам покажет, на чем сфокусирована ваша энергия. То есть о чем вы так долго и очень часто думаете. Вот то, о чем вы думаете, то вы и по факту получаете. И иногда то, о чем мы думаем, это неосознанно, мы это не замечаем. И получаем вот именно следствие своих собственных мыслей, те результаты, которые нас не совсем удовлетворяют. Наверное, я сделаю такое вступление сегодня. Опять-таки, кому не интересно, прокручивайте. Суть вступления всегда заключается в том, скорее всего, чтобы направить вас фокус внимания на какие-то определенные мысли. Посеять вас
семена с одной целью того, чтобы вы намного лучше узнали себя. Но если бы или если бы не узнали, то хотя бы поняли, да, что и как у вас происходит в жизни. Я не являюсь учителем, я всегда говорю об этом, хотя многие из вас пишут и видят во мне наставника. Для меня понимание учитель – это, скорее всего, не тот, кто учит, а у кого мы учимся. Вот. И учиться мы можем, ну, по крайней мере, я учусь отовсюду. И примеры этому могу сказать очень интересные. Вчера был такой случай, когда я читала комментарии к раскладу, что говорят о вас люди. И одна женщина написала комментарий, что за чушь собачья. Вот. И там были еще какие-то описания прилагательные и так далее, но мой фокус внимания упал на это выражение. И на самом деле я задумалась о том, что поскольку я знаю очень четко, что мы разговариваем неосознанно, как в принципе и все то, что мы делаем, да, то есть на автомате, то вот это вот выражение «чушь собачья» мы можем использовать, как и многие другие слова, и не вкладывать в них какой-то определенный смысл. Хотя сами слова по своей энергетике, они несут реализацию какой-то определенной цели. Вот если бы мы больше думали над тем, что мы говорим, и поменьше бы открывали просто так свой рот, то наша жизнь бы 100% изменилась. Почему? Потому что мы говорим очень много, тем более женщины, да, много лишнего, бессмысленного, и вместе с этим тратим свою энергию. Ну так вот, о чем я хочу сказать касательно выражения «чушь собачья». И мне это выражение как-то зацепило, и я думаю, а какой же смысл, да, этим о горе? То есть какой смысл этого выражения? Вот. И я, значит, конечно же, полезла в интернет, да, наш друг и помощник Google, поискать выражение, откуда оно происходит. И вот я была так удивлена, чем? Что на самом деле выражение «чушь собачья» в России, на Руси, скорее всего, не на России, не в Руси, а на Руси, были определенные вырезки мяса. И некоторые из них, они не были столько презентабельными, и люди их не покупали. И вот эти вот вырезки, они были хорошие, но они просто были не презентабельные. Выбрасывались собакам. И это получается вырезка мяса для собак. Это одна из мыслей, ну, одна из идей, да, откуда появилось это выражение «чушь собачья». То есть чушь – это кусочек мяса, вырезка, которая подходит для собак. То есть не подходит для людей, вот, но она подходит для собак. Поэтому чушь собачья, вырезка мясная. Вторая мысль, пояснение, да, так скажем, говорилось о том, что раньше на Руси было очень много людей, иноверцев, да, вот так скажем, чужаков, их чужаками называли, как правило, здесь отсылка шла к мусульманам, и вот их называли чужаками, то есть чушь, она имеет понимание как чужой, непонятный, чуждый. И вот это вот выражение, опять-таки, чушь собачья, да, то есть это чужостранец, то есть человек, который чуждый, непонятен, то, что невозможно объяснить. И на самом деле здесь, опять-таки, какую параллель я провела, очень интересное, что если человек говорит, ты несешь чушь собачью, да, то есть что-то непонятное, что-то чуждое мне, то на самом деле ты и показываешь вот эту вот именно несостыковку уровней, да. То есть я не принимаю твою информацию, почему? Потому что у меня свое мировоззрение, у меня свое понимание мира. И то, что ты говоришь, оно не вписывается в мою картинку мира. И поэтому я это отторгаю. Не потому, что это, как принято говорить, да, какая-то очень критичная оценка, да, то есть что-то нам не очень приятно, и мы используем вот это вот выражение, так как чушь собачья, что за глупость, да, какую ересь ты несешь. Вот. А здесь как раз-таки очень хорошо показывается наше поведение. То есть я отторгаю эту информацию, по какой причине? Она мне не в унисон, она чуждая мне. То есть вот это вот выражение, оно мне дало вот такую вот информацию. И к чему я это говорю? К тому, что я часто рассказываю на своем канале о том, что когда приходят ко мне негативные, в моем восприятии, да, так скажем, допустим, негативные какие-то комментарии,
Вот, я стараюсь понять, почему я ее заметила, да, то есть, ну, я могла бы и не заметить, потому что иногда YouTube не все комментарии высвечивает, да, и мне приходится идти в спам и так далее, чтобы это посмотреть. Вот, то есть, если это что-то высветилось, там есть урок для меня. Почему? Потому что вы все являетесь для меня учителями, я учусь у вас, да, у кого-то я учусь выражать мысли, у кого-то я учусь быть честной, а у кого-то я учусь вести диалог, потому что на самом деле умение коммуникации – это действительно навык и мастерство, и мы этим не владеем, не только потому, что мы не слышим других людей, а потому что мы сами не осознаем цель нашей беседы. И вот если кто-то сейчас слушает, да, это вступление, очень хороший такой вот, ну, как практика, можно сказать, да, урок для себя, задавайте себе почаще вопрос, какова цель того действия, что вы делаете? Если вы разговариваете, для чего я сейчас разговариваю? То есть, для чего я открываю свой рот, да? Куда я трачу свою энергию? Что я хочу сказать? Особенно это в коммуникации в парах, да, если ваш, допустим, партнер ваш не слышит, да, и вы начинаете предъявлять ему какие-то претензии, говорите, вот ты меня не слышишь, я с тобой разговариваю, а ты отворачиваешься. Подумайте, то есть прежде чем это сделать, подумайте, цель какая. То есть если вы хотите донести свою точку зрения для вашего оппонента, то уже изначально претензии не являются правильным способом. Да, то есть если ты хочешь донести информацию, нужно разговаривать на понятном языке человеку, говорить таким образом, чтобы его включить в диалог. А когда изначально ты начинаешь выстраивать свой диалог через претензии предъявления, то здесь какая цель? Поругаться. Когда ты предъявляешь что-то, то есть ты влияешь на этого человека, ты оказываешь на него давление, и на каждое действие, естественно, есть свое противодействие. И тогда цель быть услышанной, она изначально обречена на провал. Потому что предъявляя какие-то претензии, вы с мечом идете к этому человеку. И как следствие от мяча и падаете. То есть вы не добиваете своей цели. Точно так же, как мы, допустим, пишем комментарий, как я всегда говорю, с какой целью вы пишете. То есть если вы хотите, особенно негативные, если вы хотите выразить свою точку зрения, так и пишите ее с этой позиции, то есть озвучивая о том, что я так считаю, это мое мнение. Тогда другому оппоненту будет понятно, что вы высказываете свою точку зрения. Если вы где-то кому-то что-то начинаете рекомендовать и говорите, а вот послушай это, да, либо а вот я что-то там видела, мне это помогло, вот посмотри, какая цель? То есть, если вы хотите порекомендовать человеку что-то, а задумайтесь, он вас об этом просил, ему это надо, то есть здесь возникает уже цель изначально, когда вы задаетесь, для чего, вам уже сразу понятно, что это не другому человеку надо, а это у вас есть желание рассказать другому человеку. Так и выстраивайте свой диалог с точки зрения, что я хочу, это мне надо, это не другому человеку надо, это мне надо поделиться с тобой. А что ты будешь потом делать, это уже второй вопрос, да, будешь ты этой рекомендацией пользоваться или нет. И вот задавая вот эти вот вопросы, они на самом деле лично мне помогают и останавливают иногда, и помогают избегать ненужных конфликтов, ссор и поступков и действий. То есть когда мы находимся в какой-то непонятной, неопределенной нам ситуации, первое, что нужно сделать, это остановиться. Остановиться и начать дышать, успокоить свой ум. Потому что любое действие, когда мы совершаем, и оно бессмысленно, то есть бессмысленно в контексте того, что мы не получим желаемый результат. Если вы хотите получить желаемый результат, изначально надо подумать, а цель какова? То есть то, что я делаю сейчас, что я хочу? А если вы на этом этапе, вы сэкономите очень много энергии, сэкономите сил, сэкономите отношения. Если вы на этом этапе правильно выстраиваете цель, это не значит прописывать, а в голове своей подумайте. То есть я вот это хочу сделать. Цель какова? Какой результат я хочу получить? И когда вы понимаете, какой вы результат, исходя из вашей цели, какой результат вы хотите получить, это уже определяет ваши какие-то определенные действия. Если я хочу, например, как я говорю на своем канале, да, канал самопознания, на этом канале я буду говорить информацию, исходя из того, что, то есть я не говорю вам просто то, что мне взбредет в голову, и я этим делюсь, нет.
моя цель передачи вам информации, вот то, что я говорю во вступлениях, она определяется вашими комментариями. Когда я вижу часто комментарии о том, что я запутался, я не знаю, я устала, что мне делать, как мне быть, то вместо того, чтобы рекомендовать что-то, моя задача – объяснить этот процесс. Что вы будете делать потом? Вы очень мудры. Просто многие из вас не могут определить, нащупать эту мудрость в себе и воспользоваться ей на самом деле. Поэтому я и показываю вот этот вот процесс. Да? Что можно сделать? Мудрость и понимание, оно приходит со временем. Это не то, что ты прочитал одну книгу, и у тебя сразу получился результат. Мы формируем, мы оттачиваем себя в своих каких-то определенных поступках. Просто в связи со своим опытом, наверное, да, консультации людей, взаимодействия с людьми, мне изначально, когда приходят ко мне люди, как правило, это и озвучивают свои вопросы, это люди, путь которых я уже прошла. Да? То есть уже есть собственный опыт. И вот через призму собственного опыта, да, я уже вижу, почему человек совершил эти ошибки, почему он поступает именно так, какой будет следующий его шаг. И поэтому моя задача не рассказывать, что и как нужно делать, ни в коем случае, а просто показать, сделать анализ ситуации, чтобы человек сам это увидел. Потому что ценность не в том, что вы даете готовое, разжеванное другим людям, а ценность только в том, когда ты сам начинаешь копать, сам начинаешь сеять, сам начинаешь ухаживать, и вот тогда плоды твоего труда, они ценны. А когда ты просто идешь на базар и покупаешь готовые яблоки, ну, есть они или нет, а ты попробуй, скопай, взрасти эту яблоню, поухаживай за ней, тогда именно на твоей яблоне будут самые вкусные яблочки. Вот такая вот информация была сегодня. Я знаю, что многие слушают мои вступления. Итак, позиции у нас с вами будет 3, и мы посмотрим, что вы заслужили, что посеяли, что пожинаете. Видно, да, наверное? Первая позиция – красный камешек, вторая позиция – зелененький камешек, и третья позиция – голубенький камешек. Первая, вторая, третья – красный, зеленый, голубой. Пока вы выбираете, напомню, что в описании к этому и ко всем другим видео есть ссылка на список моих раскладов, да, то есть вы туда можете зайти и посмотреть. Очень-очень много разных тем уже были как-то озвучены, затронуты. Если вы просто заморочитесь, да, и посмотрите, какие есть расклады, и потом их послушаете, то многое вам уже станет ясно. Иногда я даже вижу, когда человек спрашивает, вот помогите, что мне сделать, да, и вот мне хочется сказать, а что сделали вы для себя, чтобы помочь? То есть я в каждом своем ролике говорю, зайдите, посмотрите список. Ведь это элементарно. Зайти, посмотреть, какие есть расклады. Потом их прослушать, поработать в процессе, когда вы слушаете. То есть отслеживать реакцию свою. Как то, что я слышу, это созвучно со мной. Что мне это напоминает? Какую ситуацию? Откуда ноги? То есть позаморочьтесь, поработайте сами над собой. Ведь это самостоятельный путь. Вам никто не скажет, как вам нужно сделать. Вот это вот неумение и нежелание. То есть, знаете, вот в жизни многие говорят, нас не учили. Никого ничему, в принципе, и не учили. Либо если учили, то учили всех одинаково. Но есть люди, которые достигают каких-то успехов в своей жизни, а есть люди, которые не достигают. И вот разница только в том, что одни совершают действия, они ищут. Но и поиск не в том, что «помоги мне», а поиск «а ты сделай что-то для себя сначала». А потом уже проси о помощи. То есть исчерпай все свои возможные ресурсы. Прочитай все возможные книги на эту тему. Посмотри все возможные фильмы. Посмотри все возможные вебинары. Поговори с людьми на темы, которые вы не можете найти ответы. И только после этого уже начинайте просить у кого-то помощи, то есть совершите действие. Однозначно мы привыкли быть поверхностны во всем, и это на самом деле, я не знаю, бич нашего времени, что ли, может быть, все так были, не знаю, и в другие времена. Но вот эта вот поверхностность, ну, то есть я там сходил на 2-3 вебинара, почитал 2-3 книжки, и все, и теперь я пришел к вам, помогите. И вот когда человек приходит ко мне, я смотрю на него, и я понимаю, что ему это не нужно.
да, то есть вот совершая вот этот вот феномен, да, бурной деятельности, что я что-то сделал, там что-то посмотрел, книжку почитал. Каким образом? Мне хочется все время спросить, каким образом вы читаете книгу? Если вы, я не имею в виду художественную, да, литературу, я имею в виду книги, которые помогают, формируют вам ваше мышление. Ведь прочтение книги, оно намного глубже. Ты читаешь какой-то абзац, какую-то фразу, ты начинаешь ее обдумывать. А что хотел здесь сказать автор вот в этой фразе? Как эта фраза соотносится, почему она меня зацепила, как она соотносится именно с моим положением? А как я поступал в той или иной ситуации? А как я мог бы поступать? То есть здесь процессы действительно мыслительные. И вот через это размышление, через собственный анализ в моменте прочтения книги к вам уже приходят инсайты, вам уже даются ответы. Потому что когда вы читаете книгу, вы сфокусированы на том, что вы читаете, вы уже находитесь в нужном для вас рабочем состоянии, оно видоизмененное. Да? И очень часто это видно, каким образом, когда вы читаете книгу, и вдруг кто-то к вам неожиданно подойдет, вы оп, вздрагиваете. Да? То есть вы сфокусированы, вы находитесь в моменте прочтения, а не во внешнем мире. Так используйте этот момент для того, чтобы проанализировать. Человек сказал о том, что мир, допустим, условно говоря, создан по образу и подобию. Ну, услышали вы эту умную фразу и понесете ее рассказывать другим. Для чего? Для того, чтобы показать, какие вы умные. А насколько вы ее прочувствовали? Ну, то есть кто-то сказал, вы это перепроверили? Как вы поняли для себя? Откуда это видно, что вы созданы по образу и подобию? Что вы сделали для того, чтобы понять эту фразу? Провели какой-то эксперимент, как-то заморочились, разобрали свою ситуацию, что вот смотри, оказывается, да, по образу и подобию мы похожи на нашего Творца, а мы, с другой стороны, одновременно являемся Творцом. Как это можно объяснить? Элементарно берешь волос. В каждом волосе это частичка вас, то есть часть большего чего, и она несет ту же самую информацию, что и все ваше тело. То есть ДНК волоса – это, в принципе, ДНК и внутри вас. Да? То есть нечто меньшее является подобием чему-то большего. И вы начинаете рассуждать. А как, ну, я не знаю, как еще объяснить людям. И вот это и есть процесс чтения. Они просто, опять-таки, если мы не говорим про художественную литературу, да, опять цель какая? Для чего вы читаете книгу? Если вы читаете просто, чтобы сказать, я прочел там 10-20 очень умных книг, и посмотри, вот хвастаться перед другими, то окей, вы получаете такой результат, вам будут говорить, вы начитанный человек, да, то есть вы взяли количество. Если вы можете прочитать одну книгу в жизни, но которая полностью поменяет ваше сознание, это говорит о том, что вы действительно вдумались в то, что говорит автор. Вы это ощутили, вы это прожили на себя, на себе. И это и будет вашим опытом. Вот в этом и есть разница между знанием и осознанием. Второе, я прожил это, я могу про это рассказать через призму своего собственного опыта. То есть любую теорему, если мы ее осознаем, не знаем, а осознаем, мы ее можем показать на кучу любых других примеров, элементарно на пальцах рассказать. Но если мы это просто знаем, это просто информация поверхностная, она ни о чем. Мы говорим, небо голубое, ну, для кого-то оно голубое. Я когда в свое время практиковала взлом своего шаблона, я видела небо розовым, у меня задача такая была стоять. И это был не глюк, а это было реальное видение нескольких секунд, небо розовое. И я не буду ходить всем говорить, что небо розовое. Задача заключается, еще раз скажу, ставьте себе вопрос, задавайте себе вопрос, цель какая? Для какой цели вы смотрите сейчас расклад? Вы хотите просто развлечься? Значит, результат для вас будет просто развлечение. Если вы хотите поработать над собой, то поверьте мне, вы услышите всю необходимую вам глубину. Это вас зацепит, это вас включит. Не упускайте потом этот шанс поработать с этими эмоциями, которые всплывут. Они как книга, они раскрываются перед вами, они вам показывают, я чувствую вот это, я чувствую вот это. Меня пробрало на слезы. А дальше что? Ну, поплакали вы. А дальше что? Почему?
не возникает вот у вас такого вопроса, да, а почему меня зацепило? Ведь не просто вы вспомнили какой-то момент своей жизни, там есть что-то, то, что вы не доработали, корень каких-то ситуаций, результат, которого вы видите сейчас. То есть если что-то вас не устраивает, да, как мы говорим, например, я хожу по замкнутому кругу и выйти из него не могу. Кто сказал, что вы не можете выйти из замкнутого круга? Если рассматривать чисто логично, вы же туда как-то зашли. А если зашли, значит, там есть и выход. Как найти выход? Вернуться назад. То есть если вы идете вперед, 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 и выходите по кругу, то наверняка вход был сзади вас, а не спереди. Потому что если бы он был спереди, вы бы его уже видели. Логично? Логично. Значит, что нужно сделать? Нужно вернуться назад. Оттуда, откуда мы посеяли все. В общем, вот такая у меня сегодня была философская с вами беседа. Опять я тебе скажу, это не обучение, я не учу никому, никого, потому что это бессмысленно и это не нужно. Вы все равно будете слышать через призму своих собственных целей, то, что определяет вашу реальность. Вот. Мы с вами приступим. Позиция номер один и красненький камешек. Что вы заслужили? А на самом деле вы совершили какие-то определенные действия, то есть для начала вы пошли в новое, да? Вы пошли в новое по зову своего сердца. Сейчас у вас какие-то новые, даже не сейчас, а произошли какие-то перемены, да, когда вот здесь вот ощущение какого-то взросления, да, то есть кто-то из вас как будто бы проходил вот кризисные этапы, как мы обычно говорим, да, там 30-летие, 40-летие. Здесь вопрос не в возрасте, а вопрос в мироощущении, да, когда мы внутри себя взрослеем. И вы прошли какие-то изменения, и вы пошли в абсолютно новое. Но то новое, в которое вы пошли, оно вам неизвестно. Вы пошли как-то вот по своему собственному зову, по своим каким-то внутренним ощущениям. Здесь у нас показывают и трансформацию, и перемены, с одной стороны, и некий такой уход от вашего прошлого. И сейчас вы находитесь именно в моменте ожидания. Ощущение того, что вы совершили какие-то действия, и сейчас вы как будто бы ждете от Вселенной результатов, да? То есть того, а что я действительно заслужил. Причем ваше восприятие того, что вы заслужили, это некие такие блага, как в материальном мире, да, как результат, как следствие посеянных вами идей. Либо вы их совершили, то есть совершили какие-то действия, у вас были идеи, и сейчас вы ждете результат. Либо результатов ваших каких-то желаний. То есть нет у вас вот этого ощущения, что вы заслужили, допустим, там, я заслужил целый мир, либо там заслужил любовь, либо еще что-то. Нет, у вас есть конкретное ощущение и понимание того, что вы заслужили. Это достаточно материальное, и это достаточно, ну, то есть то, что можно ощутить, и оно является следствием ваших каких-то конкретных определенных действий, либо ваших каких-то пожеланий. То есть вот здесь вот прям как это, знаете, хочется сказать, что вы как будто бы заслужили действительно то, над чем работали, да, не то, чтобы вам что-то подарили, а вот именно то, над чем я работал, да, во что я вкладывался, то, что я заслужил. Именно здесь, с одной стороны, ну, в традиционном Таро это Кубок Граля, да, когда это внутреннее наше ощущение того, что весь мир есть внутри меня, да, все мое восприятие есть внутри меня. И здесь вот именно вот этот вот кубок наполнен, здесь у нас нарисован кувшин, который полно наполнен водой. Вы заслужили
внутреннего вот этого вот ощущения наполненности, какой-то некой гармонии, когда все в достатке, когда не надо ни о чем переживать, когда я уже нахожусь в том состоянии, когда могу делиться. То есть здесь как будто бы вы заслужили именно конкретных результатов своих собственных действий, когда уже можно наслаждаться жизнью, когда уже можно, кто-то, допустим, хотел здесь себе партнера, да, то есть я уже его заслужил, как будто бы я уже вот отмучился, отпереживал, прошел все уроки, прошел все эти сценарии, уже все прожил, уже дайте мне, да, то есть я действительно, у вас есть четкое ощущение того, что вы уже заслужили, что я уже свое отработал. Вот здесь вот как будто бы как-то так. Что еще вы заслужили? Реализации своих каких-то мечт. То есть вы, как-то это хочется сказать, да, по вере вашей воздастся. То есть то, во что вы верите, вы этого действительно заслужили. То есть если вы верите в то, что вы заслужили нечто хорошее, вы как будто бы сам для себя являетесь каким-то, как называется, судьей. Вот вы четко себя воспринимаете, и вот у вас с совестью, да, если так можно сказать, все в порядке. То есть вы четко знаете, лишнего я не возьму, да. То есть я не претендую на то, чего я не хочу. У вас есть понимание того, чего вы достойны. Причем вы берете это все с благодарностью, да, что бы это ни было, большое, малое, это не имеет для вас значения. Вы находитесь сейчас именно в позиции принятия. Именно в позиции принятия себя, наполненной любовью. Поэтому вы и заслуживаете сейчас любовь. Вы на самом деле заслуживаете всего того, чего вы пожелаете. Потому что здесь у вас очень правильное умонастроение, да, то есть, во-первых, вы видите и осознаете, что есть реальность, что есть иллюзия, вы четко понимаете, что посеешь, что и пожнешь, и вот нет у вас здесь каких-либо заблуждений. Поэтому вы находитесь в таком, знаете, вот спокойном состоянии, что я не переживаю, вот то, что я заслужил, я это получу. Как будто бы, знаете, какая-то вот внутренняя уверенность и доверие к самому себе, что если мне, не то чтобы это прописано по судьбе, а то, что я заслужил, я это и так получу. Здесь даже нету никаких ожиданий, а здесь есть вот по картам внутреннее ощущение уверенности в том, что я получу именно то, над чем работал. Мне большего не нужно, и другого ничего мне не нужно. То есть вот в то, во что я вложился, либо здесь еще, знаете, такое вот какая-то вот новая, может быть, модель вашего поведения, да, то есть вы оставили все свои прежние предубеждения и мысли, и какую-то вот оценочную позицию позади, и вы идете в абсолютно новое, именно опираясь на внутреннее ощущение, да, и оно вас ведет, оно вот дает вам какую-то внутреннюю уверенность того, что вы достойны не то чтобы большего, а то, чего вы достойны, вы это можете получить. Вот у вас есть внутренняя уверенность в это. Что вы сеяли? Давайте посмотрим. Ну вот, а сеяли вы как раз-таки исцеление своей собственной души. Поэтому у вас есть сейчас вот это вот ощущение любви, гармонии, да, мира в душе, спокойствия. Сеяли вы как раз-таки исцеление. Неважно, после чего это было, но вы как раз-таки вошли вот в это состояние понимания себя, кто вы, что вы, что вы хотите, куда вам нужно дальше двигаться. Вы как будто бы работали над исцелением своей израненной души, да, своих каких-то, может быть, сценариев, детских каких-то травм, блоков. И пришли к такому состоянию, когда вы уже наслаждаетесь. То есть наслаждение не от того, что вам больно, а наслаждение от того, что вы наконец-таки поняли этот механизм, как он работает, да, вот эти вот все сценарии, как эти законы устроены, у вас где-то внутри на уровне интуиции есть уже это понимание, и вы как будто бы расслабились, то есть вы сеяли расслабление, да, то есть вы как будто бы учились, может быть, кто-то действительно проводил какие-то практики, да, по расслаблению, по убиранию какой-то спешки,
торопливости, кто-то, может быть, практиковал остановку внутреннего диалога, да, но вот здесь вот какие-то, а может быть, кто-то действительно лечился здесь, может быть, после болезни, да, человек, и как будто бы сделали, знаете, такую переоценку о том, что, ну, то есть, цене здоровья ничего в жизни нет, поэтому зачем я буду как-то стрессовать, переживать, волноваться, лучше я буду расслабленной, пускай я не буду иметь то, что я хочу, но, по крайней мере, я буду здоровой, я буду жить, то есть, здесь вот какие-то у кого-то и такие мысли могут быть, и вот это, вы знаете, здоровье, в прямом, в переносном смысле, оно принесло вам какое-то наслаждение. То есть здесь ощущение того, что вы как будто бы вот эти вот свои щупальцы во внешнем мире, да, хочу, 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 хочу получить вот эти вот хотелки, вы как будто бы их отпустили, и вам стало легче, да, вот здесь вот ощущение того, что вам полегчало, вы расслабились, и отпустила, да, вы перестали сливать куда-то свою энергию. И вот через это состояние спокойствия, его вы сели, в нем вы были, неважно какое время, неважно сколько вы практиковали, оно все равно даст свои семена. Мы посмотрим, что. Да, здесь вы как раз-таки и сеяли свое мастерство, да, может быть, кто-то чему-то обучался, как-то взаимодействовал с людьми более опытными, более мудрыми, кто-то работал здесь с высшими силами тоже. Кто-то здесь прорабатывал именно свою жертвенную позицию, да, понимание. Но вот здесь вот ощущение, как будто бы вы пересмотрели свою жизнь. Я не знаю, через что это могло быть, но здесь вот пересмотр, пересмотр своих ценностей, своего мира, направления, куда я иду, что я хочу, а нужно ли мне это, действительно ли это мое, либо это чужое, да. То есть здесь какая-то вот... Как-то иначе вы взглянули на мир. Вот это вот именно вы и посеяли. Сейчас я еще посмотрю вот эту вот карту, что вы сеяли. Да, вы сеяли как раз-таки понимание того, что вы являетесь очень яркой. Эта карта контроля, она мне говорит, да, о том, что вы в прошлом, да, сеяли, хотели чем-то управлять, чем-то владеть. И вот это вот вам принесло еще больше какую-то вот ответственность, да, и напряжение, и усталость. И в какой-то момент вы как будто бы отказались от этого. То есть... Нашли ключи решения задач, чтобы открыть свои собственные замки, потому что желание вот все контролировать, оно вас заводило какое-то заточение, ваше внутреннее, да, вы как будто бы больше отдалялись от людей, вы больше закрывались. И это порождало вас больше гнева, раздражения. То есть вот здесь как будто бы вы уловили какую-то главную идею, суть, и она открыла вам глаза на то, что было не так, как будто бы вот какое-то ключевое решение, взгляд какой-то. И он вот, знаете, как в домино выстраивают, да, вот какие-то картинки, на одно домино нажмешь, и оно потом по очереди падает. И вот как, в момент, как они падают, да, они выстраиваются какую-то картинку. Вот здесь вот ощущение того, что вот это вот главное, первое домино, которое падает, оно явилось для вас ключевым, и потом пошли все ситуации, вот вы их пересматривали, пересматривали. То ли это было связано со здоровьем, то ли это было связано, знаете, какой-то информацией, которую вам дали, которую вы услышали, которую вы поняли. Но она была связана с тем, что вы не можете контролировать, то есть суть там была такова, вы не можете контролировать. Это иллюзия, что вы чем-то и что-то и кого-то можете контролировать. И вот здесь вот ощущение того, что вы как будто бы сели, подумали над этим, и что-то внутри вас начало изменяться. И одно повлекло за собой другое, и вот это вот... включила вас какие-то эмоции, много на эмоциональном плане вы работали. И трансформация ваша произошла именно через эмоциональный фон. Я не знаю, здесь как будто бы вас прорвало на какие-то эмоции, да, чувства. И вот после этого вам как-то стало легче. И вы начали весь вот этот вот свой процесс изменений в жизни. Что вы пожинаете сейчас? Давайте я посмотрю на этой колоде. Что вы пожинаете сейчас? Хотела на 10 картах смотреть, но передумала.
А сейчас вы получаете внутреннее удовлетворение, прям очень в унисон с арканом умеренности, знаете, внутреннее удовлетворение, наслаждение жизнью, но уже для себя. И это, с одной стороны, может казаться для кого-то достаточно эгоистичным, когда вы живете для себя, но для вас это этап, и вам это нужно, да, наполниться, вот то, чего вы достойны, да, то, что мы говорили, быть наполненным. И вот из изобилия уже дальше действовать. И вот сейчас, чтобы вот это вот изобилие у вас было, да, и из него вы действовали дальше, вы сейчас вот себя как раз-таки наполняете. И это достаточно, это приносит вам удовольствие, да, вам это в кайф. Возможно, вы и закрылись от людей, да, и возможно, вы как-то ставите себя уже на первое место, и вам это еще некомфортно. Это непривычная для вас модель, когда вы начинаете думать только о себе и заботиться только для себя. Но это помогает вам именно, знаете, в ценности себя. Это, как бы так сказать, произошли у вас вот эти вот перемены, и вам сейчас надо как-то вот свои раны, что ли, залатать, да, чтобы потом в дальнейшем наполниться. И вот вы находитесь в этом процессе наполнения. И чем больше вы наполняетесь, тем больше у вас возникает вот эта новая картинка, знаете, как проявляется. Это как есть такие рисунки детские, не помню, как называется, когда ты смотришь, на них вроде бы ничего не нарисовано, а стоит только кисточкой просто с водой провести, и проявляются какие-то образы, картины. То есть там не надо ничего рисовать, просто чистой водой пройтись по поверхности. И вот вы как раз и находитесь в таком состоянии, когда проводите кисточкой, будучи в наполненном состоянии, да, когда вы живете для себя, когда вы кайфуете от этого, от этой эгоистичности, от этой целостности. И проводя кисточкой, вы вдруг видите, у вас проявляются, как, знаете, как инсайты какие-то, возможности открываются, которые вы раньше не видели. А не видели почему? Потому что у вас фокус был смещен на другие вещи, на контроль, на внешний мир. А сейчас, будучи наполненной внутренним своим состоянием, ваш фокус, он идет как раз-таки из изобилия, да? То есть как только вы наполняетесь, уровень ваш энергетически поднимается, и в зависимости от нового уровня у вас открываются новые горизонты. Вы и это заметили, а я могу, оказывается, это делать. Оказывается, можно было это сделать проще. То есть у вас начинают рождаться постепенно-постепенно какие-то идеи. И ваша задача, то есть вы в тот момент, когда вы это видите, вы одновременно стали видеть обе стороны медали. То есть вы видите какую-то возможность, и имея прошлый опыт, вам сразу высвечивается. То есть если бы это была старая ваша позиция, модель поведения, вы бы увидели негатив. А сейчас вы в этом негативе видите и что-то хорошее, вы видите позитив. Как будто бы вы вот из этой позиции целостности уже умеете разглядеть обе стороны медали. Да? То есть историю, как вы, она нейтральная, а вы ее можете видеть и позитивно, вы ее можете видеть и негативно. И от вас будет зависеть, какую сторону вы прольете монетки. Вы увидите орел, либо вы увидите решку, но в руках вы держите эту монетку. От вас только зависит, на что вы смотрите. И самое интересное, что вы даже не разглядываете, это темная либо светлая сторона, это орел либо решка, а вы наполняетесь от того, что вы просто держите эту монетку, потому что вы можете увидеть обе стороны медали. Вот здесь как-то так очень интересно идет, что вы пожинаете еще. Что вы пожинаете? Знаете, вот вы как будто бы пожинаете плоды своих каких-то учений. Именно взаимодействие, я не знаю, для кого-то это может быть с высшими силами, туда, куда вас вели. Для кого-то это может быть в реальном мире просто был человек, который вас чему-то обучал. Да? Вы пожинаете плоды, то, когда вы оказались победителем самого себя. То, куда вы идете, в абсолютно новое. Здесь какие-то новые, что-то новое вы изучаете. Либо если вы
только закончили какое-то обучение, причем обучение, оно не в прямом только смысле, что вы кого-то конкретного обучаетесь. Обучение, то, что я говорила в вступлении, оно может быть и из книг, оно может быть из фильмов, неважно от кого. Важно то, чему, ту информацию, которую вы переняли для себя и оценили ее как знание, вы ее сейчас как-то пробуете внедрить в вашу жизнь для того, чтобы ее как-то... не то чтобы улучшить как-то свою жизнь. Сейчас вам уже, понимаете, не страшно взглянуть на какие-то свои темные аспекты. Вы как будто бы даже сейчас не то чтобы во внешний мир, а вы опять продолжаете, либо здесь двойственно может быть, для кого-то кто-то действительно взаимодействует с внешним миром, а кто-то продолжает еще больше углубляться в самого себя. И здесь вот прям... работа как-то со своими теневыми сторонами, да, как-то со своими пороками, недостатками, называйте как хотите. И вам уже не страшно заглянуть в это, то есть вы уже готовы принять. То есть вы как будто бы доросли до того уровня, когда вот именно увидеть себя тем, кем вы являетесь, то есть не только какую-то одну выборочную сторону вашего характера, а именно полностью увидеть что-то хорошее, что-то плохое, то, кем вы являетесь в совокупности, вам это уже приносит удовольствие. То есть сам поиск, когда вы заглядываете глубоко-глубоко в себя и как будто бы пласт за пластом начинаете себя рассматривать, это приносит вам удовольствие. Вы ощущаете себя, знаете, неким таким победителем, что я смог. Это приносит вам колоссальное удовольствие. То есть, когда, знаете, допустим, кто-то начинает вам говорить что-то неприятное, раньше бы вас это цепляло, а сейчас нет. И вы этому радуетесь. Не потому, что вам кто-то говорит что-то негативное, а просто потому, что вы уже... более спокойнее, что ли, более ровно относитесь к этой информации. Она вас уже как-то не ранит. И вот исцеление у вас действительно произошло. Если говорить то, что вы пожинаете, вот этот вот момент исцеления, да, меня это уже не травмирует, и вас это радует. То есть, что вам уже не больно, что вам уже, как это сказать, вы получаете вот какой-то кайф, знаете, от того, что это на уровне ощущений у вас происходит, это вы не головой это понимаете. Как бы так пример какой привести? Это как будто бы вы идете по улице, а на улице слякоть, все такое. И вот вы наступаете в какую-то лужу, либо рядом проезжает какая-то машина, и она обливает вас грязью. И раньше вы бы к этому отнеслись не совсем позитивно, ну, может быть, ругались, как-то расстроились. А сейчас вам просто весело от этого, что, ну, блин, ну, как я так могла вляпаться, да? Неужели я эту лужу не заметила? То есть вам уже приносит не то чтобы удовольствие, а вы уже смеетесь, вы уже намного проще относитесь. Ну, грязно, ну и что? Ну, вот, молодец, теперь я вот такая свинья, пойду еще купаться, да? То есть возможность там еще раз помыться. Либо, я не знаю, что-то другое. То есть вы уже видите какие-то возможности, но вот здесь вот вы с радостью подходите к этим ситуациям. Что еще вы пожинаете как следствие? Вот вторая смерть на повторе вышла. Вы пожинаете то, что вы... либо находитесь в переходном каком-то моменте, да, либо вы уже что-то оставили позади. Вы пожинаете какое-то, знаете, очищение. Вот здесь вот общая энергия первой позиции, именно момент очищения. Я что-то оставил в прошлом, да, я от чего-то избавился. И вот это вот состояние, либо вы научили что-то оставлять в прошлом, ставить точку, уходить тогда, когда именно вам хочется, а не тогда, допустим, когда вас оставляет, когда вы чувствуете, что нужно сейчас, вот сейчас вот прям самое то. Ощущение того, что как будто бы вы научились, с одной стороны, себя собирать, да, по кусочкам собрали, а с другой стороны, вот это вот внутреннее ваше восприятие целостности, оно во внешнем мире вам стало приносить больше удовольствия сотрудничать с кем-то, взаимодействовать. То есть вы уже не отторгаете, вам уже
не то чтобы неприятно, как ранее, да, когда люди со своими мнениями, они могут быть для вас различными, отличными от вас, и вам это было как-то некомфортно. А сейчас наоборот, то есть понимая вот это вот разнообразие, вы как будто бы сейчас находитесь на том этапе, когда вам хочется уже общаться с людьми, причем отличными от вас, разными, потому что через них вы как будто бы научились смотреть на себя, да, то есть если раньше кто-то, допустим, вам говорил, что какая-то ты злая, допустим, вас это ранило, и вы не хотели общаться с этим человеком, то сейчас наоборот вам хочется, когда вам человек показывает то, к чему вы не готовы, на какую-то другую свою грань, которую вы... Здесь ощущение того, что вы иногда даже можете провоцировать другого человека, вот скажи обо мне, кто я есть на самом деле, то есть как будто бы есть какая-то готовность, и даже если вам скажут что-то негативное, вы как будто бы ждете для того, чтобы этот негатив проработать. Например, расскажи мне мои теневые стороны. Не потому, что я хочу себе ранить, у меня мазохизм, а просто потому, что я хочу понять, что еще я в себе не вычистил, что еще в себе я не принял, чтобы с этим проработать. То есть как инструмент для проработки. Но здесь вот какие-то действительно судьбоносные ситуации были, да, которые и уроки, которые вы должны были пройти. То есть вам по судьбе сейчас, у вас тот этап, когда вам будут даваться ситуации, люди, именно те, которые как-то будут очень сильно влиять на вашу жизнь, которые изменят вашу жизнь. Да? То есть ощущение завершенности какого-то огромного этапа в вашей жизни, да, какого-то цикла, понимания уроков. И вот вы будете пожинать то, что вы, например, там, я не знаю, 7 лет назад посеяли, то, что вы посеяли, например, 10 лет назад. Да, то есть какие-то циклы очень большие, они завершаются, и вы сейчас будете видеть результаты. То есть то, что вы получаете, если это позитивное, то это вы тогда сеяли, не вчера, не год назад. А именно большой-большой, какие-то большие циклы, да, зрелость какая-то. Может быть, вы получаете плоды вот понимания, осознания, как это, когда я зрелый человек, когда я беру ответственность за себя, когда я живу в потоке. И вот здесь вот как-то про это будет. Так, вот такая вот у нас была с вами первая позиция. Надо вовремя останавливаться, потому что я настолько погружаюсь в эти процессы, что могу долго говорить. Мне нравится иногда то, что я вижу. Итак, мы с вами переходим к позиции номер два, если я не перепутала камешки. Вот, зелененький камешек и вторая позиция. Так, что вы заслужили? Ну, вы заслужили, во-первых, перемен, а во-вторых, вы заслужили то, чего вы пожелаете. То есть абсолютно всего, при условии того, что вы понимаете свои собственные желания. Да, вот прям в маг выпадает и туз пендакли. Новое начало, перемены, изменения. Изменения как внутренние, так как следствие может быть и внешние. То, над чем вы работали, да? Как мастер, может быть, то, во что вы вкладывались, то, как вы относились к своей работе, может быть, к своим каким-то вложениям. Вот сейчас вот действительно, особенно по тройке кубков, вы можете радоваться, вы можете наслаждаться. То есть вы заслужили, с одной стороны, смотрите, тройка кубков, она говорит о первом каком-то результате, да, с ваших вкладов. С другой стороны, туз пендакли, он тоже нам говорит о начинаниях, но и одновременно он говорит о неком потенциале, как и маг. То есть тот потенциал неиссякаемый, который есть в вас, вот из него какую-то часть, самую начальную, да, вы уже можете получить, но не потому что... вы только это заслужили. Ну, например, с 10 монет только получить 3. Не потому, что вы только это заслужили, она больше не достойна, а просто потому, что сейчас только вот на раннем этапе вы как будто бы
только разрешаете себе. И ваша емкость, она хватает, допустим, только на 3 монетки из 10, но потенциал на большее. То есть все будет зависеть от вас. Чем больше вы будете расширяться, разрешать себе, тем больше вы получите. То есть в потенциале вы достойны многого, да, то есть действительно изобилия, богатства, как внутреннего, так и внешнего. Но вы как будто бы сейчас только научаетесь... как получать. И поэтому, ну, это как маленькому ребенку, если он хочет съесть мороженое, да, если выбирать большое и маленькое, конечно же, родитель даст маленькое. Если он маленький ребенок, для того, чтобы он, ну, приучился, во-первых, большое это ему будет не на пользу, потому что большой объем, и не совсем полезно так много углеводов. А маленький это нормально. Ну, то есть его потребность в зависимости от его размера он и может покрыть. Вот у вас примерно точно так же. То есть какие-то первые результаты вы уже получаете. Но потенциал на самом деле большой. Что еще вы заслужили? Кто-то заслужил здесь исцеление своего сердца, может быть, от расставания, может быть, от каких-то переживаний. Неважно, это отношения, либо вообще по жизни какие-то уроки, когда вы как-то закрыли свое сердце, потому что было очень-очень больно. И вот здесь вот ощущение того, что вы заслужили исцелиться от этой ситуации, да, то есть исцелиться таким образом, чтобы ваше сердце снова открылось. Да, чтобы вы снова захотели, знаете, как искра, чтобы вас зажгла, чтобы вы снова захотели жить, чтобы вы снова захотели получать удовольствие, да, наслаждаться жизнью. То есть здесь вы заслужили исцеление. Я не знаю, каким образом, что вы там сделали, но здесь исцеление вы уже... Здесь, возможно, вы осознали, как-то вот поработали над тем, чем ранее вы не хотели работать. Вы здесь поработали со своими привязанностями. Если мы говорим по исцелению сердца, да, здесь вы работали не хотя, но все равно работали над своими привязанностями, да, какой-то вот, может быть, стабильным отношением, может быть, какой-то вот стабильностью, то, что было, может быть, связано с прошлым, с прошлыми отношениями тоже так же может быть, либо с какими-то прошлыми уроками. То есть здесь ощущение того, что вы поняли свои собственные привязки, к чему вы привязывались. Здесь может быть как в прямом смысле связано с материальным миром, да, то есть как привязывались к деньгам, к материи, к стабильности какой-то, да, так и может быть еще и то, что вы как-то кто-то здесь поработал именно со своими страхами по поводу того, что, а что будет, если я останусь без денег? А что будет, если, знаете, вот вы как будто бы держались за то, что уже должны были оставить. Что вы держались? И опять в мир. Вы держались за то, что уже должно было уйти, да, то, что уже завершило свой этап. Не то, что умерло, а то, что уже прошло, вот как-то свой цикл закрыло. Вот здесь вот вы за это как-то держались. Кто-то держался за свою семью, да, все никак, может быть, от родителей не мог уехать. Кто-то действительно как-то не мог расстаться со своими отношениями, даже в семье, да, со своим мужем, либо женой, вот, но при этом это уже отжило. То есть вот здесь вот вы как-то с этим работали. То, что вас удерживало, то, что вас сковывало какими-то вашими цепями. А цепи ваши, они были связаны с какой-то болью. Ну да, я же там сказала по пятерке кристаллов. Да, это было как-то... Вот вы ее как будто бы отпустили. А что вы сеяли? Вы сеяли доброту. Как в прошлом, так и сейчас. Вы сеяли доброту, чистоту, семейность. Вы сеяли...
желание двигаться дальше, невзирая ни на что, одержать свою победу, сеяли всевозможными практиками, пониманиями, осознаниями, ценность себя. Да? То есть вы работали именно над ценностью себя, над становлением себя. Но причем вы делали это очень мягко, бережно, так, как умеете, так, как и знаете. Здесь карта ведьмы выпадает, да, которая совершает какой-то там ритуал в лесу. Вот свой ведьмовской. Вот вы как-то шаманили, да, хочется сказать, что сеяли, шаманили. Либо кто-то в прямом смысле учился у кого-то, да, каким-то практикам. Может быть, кто-то ходил кому-то, может быть, кто-то как-то чистился, может быть, обучался. Но однозначно здесь у вас была какая-то помощь от другого человека. Да. Вам кто-то подал руку помощи для того, чтобы вы вышли из этого состояния. Рука помощи может быть как людей, как высших сил, так и ваша собственная, вашего внутреннего ребенка, желающего помочь уже самому себе. Здесь вы работали сами над собой. Что еще вы сеяли? С одной стороны, смотрите, вы сеяли исцеление, а с другой стороны, вы одновременно сеяли какие-то травмы, какие-то боли, непринимание себя. То есть, знаете, как-то вот у человека есть две руки. И здесь появляется у нас, вот если соединить две руки, замкнутый круг. Одной рукой вы как будто бы сеяли вот это вот, я чужой, да, меня не принимают в стаю, да, я ни на кого не похож, мне причиняют боль, меня травмируют, меня не любят и так далее, и так далее. А с другой стороны, с одной стороны вы это сеяли, а с другой стороны вы как будто бы сеяли вот преодоление, да, над этой работой. То есть круг замкнулся таким образом, что с одной стороны вы порождаете вот эти вот всевозможные ваши убеждения по поводу «я никому не нужен», «я изгой», «меня не понимают», «я не такой, как все». Вы сами себе причиняете боль, а с другой стороны вы ее как будто бы лечите. Вот здесь вот получается такой замкнутый круг, потому что вы как-то, знаете, на бессознательном уровне вы не осознавали, что то, что с вами происходило, самое негативное, вы где-то очень глубоко внутри себя эти программы создавали. И получается, вы сценарист и проигрываете вот эту вот боль, вот эту вот травму. А с другой стороны, вы сами себя и лечите. А почему я сказала круг? Потому что вы ходите по этому кругу. То есть вы то, что создаете, вы это и лечите. И здесь вам нужно задуматься над тем, что а для чего вы это создаете, для чего вы это все сеете. Для того, чтобы сами потом себя излечить. Смысл, цель какая? То есть зачем себя ранить, чтобы потом самого себя исцелить? Меняйте цели. Создавайте такие ситуации, в которых вы, наоборот, будете ощущать себя как человека, который может, здесь руки, которые держат Пегаса в руках, как человека, который может реализовывать свои какие-то задумки, идеи. То есть сместите фокус внимания с боли, переживания, вот с этого мазохизма, то, над чем вы и работали, да, ценность себя. И вот из этого состояния выстраивайте себе свою новую жизнь, то есть творите, осознайте этот момент, чтобы не ходить потом по замкнутому вот этому вот кругу. Сам себя бью, сам себя и жалею. А наоборот, придумайте, не с того, чтобы сам себя бью, сам себе создаю реальность, ту, которую я хочу. И потом сам с ней живу. И тогда вы будете ходить по кругу вашего успеха. Что еще вы сеяли? Ну, боль, уже карты идут на повтор, боль, разочарование, сами себе крылья отрезали. И если вы это осеяли, то что сейчас вы пожинаете? Давайте посмотрим. Поэтому сейчас вы пожинаете перемены.
Да, вот знаете, сейчас ощущение еще раз карты подтверждают и говорят о том, что вы как будто бы это поняли. Да, что было не так? У каждого что-то свое. То есть вы как будто бы сами осознали, сам виноват, проще сказать. Да, все, что со мной происходит, это я виноват. Да? Я где-то сам себе на горло когда-то наступил. Я видел, что мне этот партнер не подходит, и не надо было с ним связываться, но я туда пошел. То есть вот здесь вот это вот понимание, оно двойственное. С одной стороны, зачем я это сделал? А с другой стороны, если бы вы это не сделали, вы бы не поняли, что было не так. То есть вы выросли, вы как будто бы созрели. Здесь вы пожинаете либо сейчас, либо в будущем, знаете, вот какую-то свою силу, желание двигаться вперед, желание жить, вот обретение... как бы сказать... ценности своей, понимание, кто вы. Вот вы обретаете вот это вот понимание, кто я, и это вот внутреннее ваше ощущение, и оно вами движет. То есть у вас как будто бы прилив сил, прилив энергии появился. Вы как будто бы четко понимаете, куда вам теперь нужно двигаться. Это, знаете, как опыт, допустим, неудачных отношений. Я сделал анализ, понял, где и как я сам себе на горло наступал, что я не так делаю. И теперь, исходя из этого, я уже понимаю, как надо выстраивать отношения, как надо знакомиться с человеком, как не нужно давать ему сразу все с самого начала, а надо узнать. Не нужно быть доверчивым первому попавшемуся. Опять-таки надо узнать человека, и постепенно завоевывается доверие, постепенно раскрывается. То есть вы как будто бы вот такие вот правила для себя поняли благодаря прошлому опыту, и вы ощутили внутреннюю силу, что «а теперь я могу выстроить по-другому, да, и свою жизнь». Вот вы будете пожинать, здесь сила идет, вы пожинаете плоды тех пазлов, которые вы собрали. Вот то, что вы поняли, то, что вы осознали, то, что вы узнали о себе, вот это вот вы и будете пожинать. Вот смотрите, что на этой карте, да, мужчина с лошадью, лошадь – это сила, это энергия. Что вот на этой карте медведь, который идет за изменениями, за бабочкой перемен. Обе карты, они очень сильные, да. Это говорит о внутренней силе, да, о внутренней защите, внутренней уверенности. И причем уверенность ваша, она была не случайна. Это был процесс вашей работы, становления себя, даже преодолевая через понимание вот этого вот того, что вы выстраивали негативного. Ну, если так можно сказать, да? Ну, то есть неприятный вот этот вот опыт, который сопровождался болью и дискомфортом. Что еще вы пожинаете, либо будете пожинать? Ну, солнце. Солнце может принести только тепло, взаимодействие с людьми. Здесь, скорее всего, это больше про будущее. У меня ощущение идет, что это вот в будущем у вас будет. Это еще не сейчас. Потому что вы как будто бы находитесь в завершении этого этапа, да? Здесь как будто бы, знаете, дорога, путь, и она делится на какие-то реперные точки, промежутки. И вот вы проверочные какие-то станции. И вот вы останавливаетесь на этих проверочных станциях и сверяете, да, то, что я уже прожил, да, вот делаете какой-то анализ. Затем делаете выводы и двигаетесь дальше. Дальше и дальше. И вот здесь вот как раз-таки понимание, что вот без одной из остановок я бы не смог получить то, что я получу в будущем. А в будущем вы получите вот это вот удовольствие, счастье, наслаждение, радость. Причем не просто радость свою собственную по жизни, а именно радость от того, что вы... наконец-таки можете на равных общаться с людьми. Наконец-таки вы перестали двойки, либо в будущем перестанете чувствовать себя жертвой. Наконец-таки вы оценили себя по заслугам. Наконец-таки вы поняли, кто вы есть, и что вы заслуживаете того же, что и заслуживают все люди. То есть нет такого, что вот он достоин богатства, а я нет. Он достоин здоровья, а я нет. Он достоин счастья, а я нет. Вот это вот «я нет» – это было ваше внутреннее. Здесь вот вы, возможно, провели очень большую работу над собой, и многие осознали этот момент, да, что вы сами своей рукой создавали этот негатив. И как только вы поняли этот процесс, этот механизм того, что вы создаете, вы изменили настройки создания и получаете как раз-таки сейчас уже удовольствие
И вы начнете расти. Вы начнете расти еще больше через взаимодействие с людьми. То есть вам уже не страшно с кем-то разговаривать, вам уже не страшно высказывать свою точку зрения. И вам уже не страшно быть тем, кем вы есть. И вы от этого, знаете, радуетесь. И самое интересное, что и люди начали вас принимать таким, каким вы есть. То есть то, что вы боялись, что вдруг меня раньше не примут, я вот какой-то изгой, я не часть стаи, я не часть общества, я белая ворона и так далее, все вот эти вот описания. Это было ваше восприятие. В какой-то момент что-то у вас здесь переключилось в голове, вы как-то поняли, видимо, цикл прошел. Здесь ощущение того, что вот как-то, я не знаю, как-то ну, время пришло, и вас вот как-то перевели на новые рельсы, у вас какое-то вот осознание произошло, просто время пришло. И вы как-то расслабились и по-новому стали воспринимать себя. И вы поняли, что не я белая ворона, а я просто вот часть этого мироздания. Нельзя сказать, что вот эта вот звезда, она красивее другой звезды, только потому что она больше, ближе к нам и светит ярче. А та, которая более тусклая, из-за того, что она далеко и, может быть, поменьше размеров, и она тусклая, что она нехорошая. Нет, она тоже все имеет место быть. Ничего просто так не бывает. Вот здесь вот как будто бы у вас вот это вот ощущение произошло в вашей голове, что вы находитесь в правильном месте, вы делаете нужную работу, неважно, какая это работа, а она тоже нужная, она тоже необходимая. Вы как будто бы себя приняли, понимаете? Себя принялись, и вот это вот ваше внутреннее принятие, оно во внешнем мире отозвалось, как люди стали к вам относиться иначе. Они стали ну, как-то принимать вас. Да? То есть то, что было внутри вас, вы это выразили вовне. Что еще вы пожинаете? У вас появились цели. У вас появились цели, знаете, как-то двигаться вперед и уметь обозначивать границы. Вы научились наконец-таки обозначивать границы. Угу. Вы научились обнуляться и понимать, что всему свое место в контексте того, что просто быть добрым, это... Доброта, она хороша, когда вы достигаете очень высокого уровня развития и своей, не то чтобы добротой, а внутренним состоянием, которое порождается от доброты, вы можете влиять на других людей. Это когда вы приходите к очень сильным, великим мастерам и просто посидев рядом с ними в тишине, что-то в вашей жизни начинает меняться. Это очень высокий уровень вибрации. И как-то здесь у вас произошло понимание, не то чтобы я с людьми, которые на низкой частоте, не могу быть добрым и чистым, но здесь как-то у вас, знаете, какая-то несостыковка была, да, то есть вы с позиции какой-то вот духовности взаимодействовали с людьми, которые находятся на других вибрациях. То есть, допустим, высокие, здесь не состыковка в чем? Вот здесь вот высокие вибрации, а здесь низкие. И вы как будто бы своими вибрациями, которые еще нельзя сказать, что они так высоки, чтобы могли повлиять на других людей, да, на их изменения. Но вот вы как-то общались с людьми, как бы так вам пример привести, чтобы было понятно. Ну, например, человек, которому вообще не интересно понимание себя, как устроен мир, как вообще происходит процесс, что у нас устроено в голове. Вы как будто бы подходили к этому человеку и старались ему доказать, показать о важности заниматься медитацией, о важности расслабления. Ну, то есть, допустим, я не знаю, человек достаточно низких вибраций, земной, простой, у которого другие цели по жизни, у него другой уровень развития, ему нужны другие уроки. А вы как будто бы со своей нравственностью, со своей духовностью общались с этим человеком, в кавычках причиняя ему добро, понимаете? А ему это добро не нужно было. И вот здесь у вас как-то у самих произошла какое-то вот переключение, да? Понимание того, что... Нужно уметь общаться с людьми на их языке. То есть если человек такой земной, и у него понятие там через, я не знаю, какие-то продукты и питание,
там, я не знаю, где законсервировать, там, что на зиму, что поесть завтра, где там найти какие-то строительные инструменты или материалы, чтобы построить дом, потому что сейчас для меня важно, и для этого человека не важна духовность, у него другие понятия сейчас. Вот вы как будто бы до вас дошло, что вот с этими людьми нужно разговаривать на его языке. То есть если он ищет какой-то строительный материал и что-то строит дом, то если вы хотите донести какую-то глубокую истину, надо разговаривать через построение дома. То есть использовать такие метафоры, такие образы, чтобы ему было понятно. Тем самым вы вовлекаете его в свою стезю, но при этом вы не встаете на уровень выше его, то есть вы не пропагандируете какую-то мораль, да, вы его не подавляете, вы его не угнетаете тем самым, понимаете? Вот у вас что-то в голове произошло, и вы поняли. Ну, если проще говоря, да, для простых людей, то есть вы перестали причинять добро другим людям, и вам стало житься легче. Вот если это одним словом так сказать, да, то есть в зависимости от того, кто смотрит меня. То есть прекратили причинять добро, помогать другим людям. Знаете, мне, когда говорят о том, что я люблю помогать людям, я хочу этому человеку помочь, мне все время хочется сказать, поменяйте слово «помочь», этот глагол, на глагол «служить». И говорите человеку, я не хочу помогать себе, я хочу служить себе. Это абсолютно другие энергии. У вас сразу пропадет желание помогать. Потому что на самом деле служить мы не хотим. Но мы хотим помогать. И понятие «помогать» с нашей точки зрения – это подавлять волю другого человека, чтобы этот человек соответствовал нашим ожиданиям. Потому что если я хочу тебе помочь, это показатель того, что я знаю, как нужно жить. Я вижу, я умный, ты глупый. И я тебе хочу помочь, я хочу тебе показать, как нужно жить в соответствии с моим мировосприятием, не учитывая того, что у человека свое мировосприятие. И не надо людям помогать, а людям нужно служить. И если вы придете к человеку и скажете, вместо того, чтобы сказать, скорее всего, я хочу тебе помочь, а сказать ему, а я хочу тебе служить, скажи, что я могу сделать для тебя, и вот это будет намного ценнее и намного полезнее. И тогда человек поменяет отношение к вам. Не знаю, почему я вам, девочки, сказала об этом. Просто я очень часто вижу в комментариях, да, когда у нас есть вот это желание, я хочу помогать, я хочу помогать. И когда ты спрашиваешь человека, а в чем заключается помощь? То на самом деле помощь – это помочь другим жить лучше. При условии того, что и у меня личной жизни нет, а я хочу тебя научить как надо. При условии того, что я не зарабатываю миллионы, но при этом я хочу улучшить твою жизнь. То есть как ты можешь улучшить жизнь другого человека, если ты свои собственные потребности не закрыл? Поэтому меняем слово «помогать» на слово «служить». И вот через это служение другому человеку вы закроете свои потребности и одновременно закроете его. Мы с вами переходим к позиции номер 3. Не знаю, сегодня какой-то вот у меня такой философский, настолько... информация философа, не знаю, с чем это связано, но, видимо, вот такой поток сегодня у нас говорит. Голубенький камешек, третья позиция. Что вы заслужили, троечки, что вы заслужили? Знаете, семерка мечей, она всегда нам говорит о... самообмане неком. И самообман по семерке мечей, он заключается как раз-таки в том, что вы можете решить свою задачу какими-то инновационными способами. То есть ваше мышление, оно достаточно такое продвижное, да, если правильно я говорю это слово. То есть вы можете смотреть на мир и решать задачи иначе. Да? То есть не так, как все. У вас есть эти способности увидеть решение задачи, посмотреть как-то по-другому, да? Так, как мыслят, например, изобретатели. То есть смотришь на, допустим, на какой-то предмет, но при этом ты видишь в нем какой-то другой образ, да? Более полезный, то, что может служить людям. И вот у вас есть вот эта вот способность уметь решать задачи, то есть пойти другим путем,
но действительно новым. Не старыми протоптанными дорожками, а какими-то новыми. Но вы это не делаете. И вот в этом заключается ваш собственный обман. То есть у вас намного больше способностей, у вас намного больше возможностей. Но вы как-то себя убеждаете в том, что у меня этого нету. Я не такой, как меня видят другие. То есть я, допустим, если вам говорят, что как ты мыслишь так оригинально, да? То есть какое-то интересное решение придумал. Ты очень мудрый человек, ты очень умный. Вы будете отказываться от этого. То есть вот здесь вот как-то хитрите. Занижаете немножко свои способности, занижаете какие-то свои качества, что ли. И здесь идет показатель как раз-таки нашей самооценки. Но для чего-то вы эту свою самооценку занижаете. И тем самым вы попадаете в восьмерку мечей. Когда вы не решаете задачу по-новому, новыми, абсолютно новыми способами, новыми какими-то инновационными решениями. Вы не рискуете, чтобы просто сделать что-то, чтобы совершить какой-то прорыв. Вы оказываетесь именно в той ситуации, когда вы связаны по рукам и по ногам в ступоре. Почему? Потому что если вы ходите по кругу и совершаете одни и те же действия, но при этом хотите получить другой результат, вы его не получите, потому что есть причинно-следственная связь. Вам нужно изменить причины, чтобы изменилось следствие. У вас эти возможности есть, но вы ими осознанно, специально не пользуетесь. И поэтому на вопрос, что вы заслужили, на данный момент вы заслужили только находиться именно вот в этой безвыходной позиции, найти вот в ступоре, когда вы головой уткнулись в стенку. То есть вы идете по лабиринту, и снова вы не находите выход из этого лабиринта. Одно и то же. А почему? Потому что вы совершаете одни и те же действия. Вы не ищете другого выхода. И здесь вопрос именно проходит эгоизмом в контексте того, что вы не берете как будто бы ответственность за то, чтобы вести людей. Вот знаете, у меня идет по ощущениям, по тройкам, о том, что вы специально занижаете свои способности, чтобы не взять ответственность куда-то вести людей, да, что-то им показывать, что-то им рассказывать. Потому что надо, понимаете, вот через эту ответственность, которую вы будете брать за других людей и за себя в первую очередь, вы будете расти. Вам нравится идея роста, но вам не нравится идея ответственности, потому что через эту ответственность вам нужно будет меняться. И вот здесь вот вы хитрите, понимаете? Типа, я не могу, у меня нет такой способности, я не могу передавать знания, я недостаточно хороший, я не хороший мастер, я еще не дорос сам, и поэтому я не могу ничего дать этому миру. И вот здесь вот этот вот обман, это знаете как это, а что с меня взять, я и так ничего не умею. И все, и я списал свою ответственность на другого человека. А если я ничего не умею, я никому ничего не должен, никому ничего не должен, я живу полегке. Но совесть вас съедает внутри, потому что вы понимаете, что других-то можно обмануть, а самого себя не обманешь. И вот здесь вот эта вот совесть, она в контексте солнца у нас здесь и проигрывается. Что вы заслужили? Вы заслужили быть вниманием, в центре внимания быть. Вы заслужили радости, вы заслужили, знаете, вот каких-то почитаний, уважений людей по отношению к вам. Вы заслужили удачу, счастье, большие деньги. Вы это действительно заслужили. И вы этого достойны. Угу. И выпадает Иерофант. Вы достойны, вы заслужили быть наставником. Вы заслужили быть человеком авторитетным, за которым могут пойти. Да. Но вы хитрите. Вы заслужили иметь ту семью, которую вы хотите. Вы заслужили именно, чтобы все ваши кубки были наполнены. Вы заслужили счастье, удовольствие. Вы заслужили быть на высоте, быть человеком реализованным, уметь договариваться с людьми и получать то, что вы хотите.
Вы тот человек, который может проявлять свои способности. Да. Вы можете вести людей за собой. Еще раз скажу, еще одна карта, которая показывает это. Вы этого всего заслужили. Но все начинается с семерки. Все начинается с того, что вы либо не верите в себя, что маловероятно, либо вы обманываете себя касательно своих собственных способностей. Давайте посмотрим, что вы сеяли. А вы сеяли? Вы сеяли страх. Да, свой какой-то внутренний страх именно по поводу того, как я буду взаимодействовать с другими людьми, с разными людьми. Другие люди вас пугали, другие культуры вас пугали. Вас пугали то, что отличалось от вас. Вас пугало то, что вы не сможете как-то объединять абсолютно разные вещи, да, которые на первый взгляд, может быть, между собой не соединяются. У вас были внутренние страхи по поводу вашей собственной силы, по поводу того, на что вы способны, как вы можете это получить. Это все вы сеяли. Что еще сеяли? Волнение, переживания, но и одновременно любовь. Любовь и... Знаете, какие-то перемены, вот именно перемены, где вы можете измениться на 180 градусов. Это не то, что, допустим, вы вчера надевали сначала правый носок, а потом левый, а сегодня левый, а потом правый, но те же самые носки. Нет, это то, что вчера вы носили носки, а сегодня вы уже одеваете колготки. Ну, условно говоря, да, другой вид абсолютно. То есть вам нужно здесь идти не так, как идут все, а вам нужно идти по зову сердца, даже если это будет противоположным направлением, даже если это будет движение в другую абсолютную сторону. И если вас будут высмеивать, у вас есть внутренняя, вот это вот голос внутренний, да, ваш зов, который вас ведет, и у вас очень хорошо развита интуиция, и вы сеяли это, сеяли, вот взращивали, может быть, свою интуицию, взращивали этот внутренний голос, возможно, перемены, чтобы пойти в какое-то новое свое. То есть вы как и негатив сеяли, так и позитив. Что еще вы сеяли? Начинание. Начинание. Иллюзии свои какие-то сеяли. Иллюзии по поводу того, что вы не, что вам не властна сила перемен, что вы ничего не можете изменить, что ничего не получится. То, что, в принципе, я говорила в самом начале, да? То есть иллюзия о том, что я никак не могу повлиять, что ничего не происходит. Но это лишь иллюзия. И опять она так-то связана с вашими внутренними страхами, что всем в этом мире не хватает чего-то, да? И мне в том числе. То есть не может быть так, что я как-то могу разделять свои идеи с другим человеком, да, что вот, знаете, здесь ощущение того, что вы не поняты, да, что вы как будто бы, вас не примут, ваши услуги, возможно, кому-то не нужны будут. И вот этот вот дефицит и недостаток, он у вас присутствует при условии того, что у вас вы уже в достатке. Это, знаете, как этот, держите в руках два яблока, а напротив вас стоит человек, у которого ни одного нет. И он говорит, дай мне, ну, поделись со мной. А вы нет, мне же самому не хватит. И он так смотрит на свои руки, у него пустые, а у вас в руках два. Как вам не хватит? У вас два. И вот из этой позиции вы идете по жизни, мне не хватит, да? Вот позиция здесь не про жадность, а здесь про чувство собственного дефицита, что если я дам, мне это не придет. Если я как-то... Вот эта вот отдача, она может быть, я и не отдаю знания, я не отдаю свой опыт. Почему? Потому что я расскажу все, что я знаю, а потом у меня не будет этих знаний, да, и мне потом самому надо будет пойти куда-то учиться, да, развиваться. Ну, то есть, если я отдам, у меня возникает пустота. И вот вы вот этой вот внутренней пустоты боитесь на самом деле. Хорошо, что вы еще пожинаете?
знаете, вы пожинаете сейчас какую-то воинственность. Вот смотрите, то, что вы сеяли вот эти вот страхи внутренние, о которых я говорила, вот сейчас вы это и пожинаете, да, когда вы смотрите на мир, и вам кажется, что люди готовы на вас напасть, люди готовы вам причинить какой-то вред, какое-то зло. Сейчас вы пожинаете период перемен, но причем перемены, когда внутри вас горит огонь, а вовне как будто бы ничего не происходит, все замерзло, как это холодное, да, и вот вы как будто бы находитесь на каком-то стыке между внутренним миром, да, как будто бы застряли между внутренним миром и внешним миром, и одной ногой там, и одной ногой в другом, во внешнем мире. И вот уйти из прошлого не хочется, потому что там было тепло, там было хорошо, комфортно, понятно. А в новое пойдешь, там как-то холодно, и я не знаю, и что будет потом. И вот вы как будто бы застряли. Сейчас, хочется сказать, в межмирье каком-то, да, вы застряли. Что вы сейчас пожинаете? Сейчас вы пожинаете чувство, как будто бы вы какой-то маленький, а мир огромный на самом деле. И в нем страшно. Вы пожинаете плоды своих собственных страхов, которые вы породили. Сейчас у вас есть вот это вот ощущение, да, что вы идете не своей дорогой. Да? Легче как-то... Как будто бы вы отошли от нее. Да? Хочется все бросить. Хочется как-то вернуться назад. Вот ощущение, вот ваши страхи, они породили то, что у вас руки сейчас опускаются, что вы чувствуете, как будто бы, не знаю, какое-то такое не очень приятное ощущение. Хочу все бросить. Что вы сейчас пожинаете? Если вы сбросите маски, да, которые... То есть сейчас, знаете, вы пожинаете плоды тех ситуаций, которые вы породили, но вы в них не настоящие. Вы одеваете маску для того, чтобы проиграть вот эту вот роль. Вот если вы эту маску сбросите, то на самом деле вы можете прийти, если вы пойдете по тому зову... Смотрите, у нас... Разделилось прошлое на две ситуации. С одной стороны, страхи, иллюзии и неверие в себя. С другой стороны, зов сердца и работа интуиции. Вот если вы идете по первой части, то, что вы посеяли страхи, там вообще ну, не очень хорошее такое депрессивное состояние, немощное, беспомощное, когда вот все идет от ума, и оно совсем не ресурсное. Если вы идете по зову своему сердцу, интуиции, если вы идете в абсолютно иное, то куда вы чувствуете, если у вас повышается вот эта вот ваша самооценка, вы начинаете верить в себя, то вы приходите именно, знаете, к такому домашнему уюту, в свою сказку, хочется сказать, в свой мир, в котором все... Ну вот как в семье, да, где все едины, где есть тепло, где есть добро. Вот ощущение того, что как будто бы вы вернулись домой. Я не знаю, как вам это объяснить, но вы приходите, вы уходите от своего одиночества. То есть у вас страхи, они порождают, если сказать одним словом, да, что вы пожинаете? Одиночество. Одиночество является... результатом того, что вы сеяли через свои какие-то страхи. Но если вы пойдете другим путем, да, то вы как раз-таки, ну, вот здесь как будто бы вариативность мне показывает, вы будете пожинать вот этот вот уют, единство, единение, не единство, а единение со всеми, понимаете? Когда, так интересно, когда вы смотрите на мир, и мир смотрит на вас, когда вы к нему открыты, то есть вы хотите с ним взаимодействовать, и он хочет с вами взаимодействовать. То есть вы перестаете быть одинокими, вы перестаете ощущать вот эту вот внутреннюю дыру, да, что вы никому не нужны. Вы перестаете чувствовать вот подвох, что вас все время кто-то обижает, вас кто-то предает, и вы никак как будто бы не можете очиститься от своей кармы. Вы прекращаете сами себе причинять боль, да? Здесь вот такие вот карты идут, которые говорят о том, что все самое наилучшее будет, если вы пойдете тем путем,
Ну, посмотрите, какая красивая карта. Как я вот эту вот двойку кристаллов могу интерпретировать в негативе? Когда мужчина, то есть активная часть, доверяется пассивной части женской для того, чтобы она ее исцелила. То есть здесь вопрос доверия, да? Полностью, когда вы доверяетесь именно вот этой вот своей женской энергии, пассивности, доверия, быть в потоке, никуда не торопиться, не спешить, убрать вот эти всевозможные цели, достижения, вот эти всевозможные мужские качества и исцелиться. И тогда вас судьба выведет туда, куда вам нужно, в то правильное русло, куда вам нужно. И вот смотрите, выпадает маг. И вы получите абсолютно все свои собственные желания. То есть прекратите сеять все, что я говорила ранее, да, про страх, про разделение, есть я, есть другие. А наоборот, придите к единству внутри себя, и как следствие вы получите единство и с миром. Все, все, все просто, да? Как говорится, все просто. Вот такая вот у нас была и третья позиция. Огромнейший сегодня расклад с огромным вступлением. Если вы не слушали, я не буду рекомендовать. Не слышали, значит, так и надо было. Настаивать не буду. Я с вами прощаюсь на такой ноте. Благодарю за ваши лайки, комментарии. Пожелаю вам прекрасных праздников наступающих, кто уже начинает праздновать. Конечно же, мы еще с вами встретимся. Я еще поздравлю вас с Новым годом. Вот. А пока пожелаю вам света, добра, улыбок, радости, счастья. Всего самого наилучшего. Во благо вам. До новых встреч. Пока-пока.